Дорогие друзья, коллеги, каждый из нас в свое время выбрал непростой путь. Нас предупреждали, что будет сложно, что нет никаких гарантий, что все зависит только от нас. Но все равно мы сознательно выбрали красную таблетку. Что же дала нам профессия переводчика? Самореализацию. Личностную, творческую, профессиональную. Ощущение потока при дефиците времени. Причастность к важным событиям. Все это так. Все это у нас было и много раз еще будет. Но наша работа дает нам и нечто большее. Умение ценить простые вещи. Ощущение дружеского локтя при работе в кабине. Наслаждение гармонией слов, из которых строится текст. Удовольствие от хорошо выполненной работы. Желаю вам и всем нам побольше друзей-единомышленников, гармонии и работы, оплата которой будет достойно нашего опыта и нашего мастерства. С праздником, коллеги-переводчики!